Всем привет! Сегодня распакуем посылочку, которую я получил от своего друга, который заказал эту посылочку на Алиэкспрессе. А внутри у нас находится, скажем так, нечто необычное для моего канала. То есть здесь находится у нас не совсем какой-то там какая-то техника, смартфон, планшет, какой-то гаджет, какая-то там зарядка, еще типа что-то типа того, а нечто другое. Давайте будем распаковывать, смотреть. Ну, штука, в принципе, актуальна, потому что сейчас у нас зима. Те, кто любят у нас кататься на лыжах, то им эта вещь 100% пригодится. Как для тех, кто уже давно катает, и также для тех, кто только-только собирается и хочет этим заняться. Эта штука у нас от бренда Copods, вроде какой-то типа а-ля новый бренд. И это у нас очки. Очки для катания на лыжах, сноуборде и так далее. То есть очки у нас довольно-таки большие. Ну, это, в принципе, нормально, такие они должны быть. Здесь у нас инструкция, как бы, на англо-китайском языке, что, как, почему и зачем. И вот, непосредственно, у нас здесь находятся сами очки. Сейчас я посмотрю, как они выглядят, и потом, может, даже сделаю фоточку. Есть у нас такой вот чехол. Очки внутри у нас имеют пленку, то есть пленочку можем снять. Сверху пленочки у нас нет. Они у нас вот такого вот. Классно все отражается, вообще круто. Такие панорамные очки. Вот. Так, это у нас поролон. Поролоновые вставки. Здесь вот, откровенно говоря, видно, что не совсем хорошо это все дело у нас проклеено. Если бренд новый, то нужно работать над тем, чтобы быть более качественным. Здесь есть специальное отверстие для вентиляции, которое тоже прикрыто у нас поролоном. Ну и сверху тоже. Ну, видно, конечно же, что все-таки... Все-таки. Не знаю, как более именитые бренды делают это все, потому что, откровенно говорю, такая штука у меня первый раз в руках. Но кажется, что здесь должно было бы быть у нас все поровнее. Здесь также у нас есть прорези, я так думаю, что тоже для вентиляции. Да, там тоже внутри есть поролон. И наклейка нам говорит, что Protective Film Remove Before Use. То есть снять эту пленочку до того, как ее начать очки использовать. Это у нас антифог, антискретч. Treatment and UV protection. Вот здесь это у нас, они не должны у нас запотевать. Они у нас устойчивы к царапинам и также защищают от ультрафиолета. Ну, в принципе, в горах это будет полезно 100%. Ну, короче, что-то показывать, рассказывать, нужно одеть и сделать фоточку. Ну, в общем, вот такие вот у нас очки для занятий зимними видами спорта. Ссылочка на них, кому интересно, находится под видео, если хотите, конечно, приобрести. На этом свое видео заканчиваю. Жду от вас лайки, комментарии. Подписку на канал. Пока!